Сегодня в 7:30 утра в полицию поступил звонок от 48-летней харьковчанки. Она сообщила, что подверглась грабежу на улице Сидора Ковпака, но при этом запомнила марку и номер машины, в которой находились грабители. При отработке территории было выявлено автомобиль УАЗ-2109, остановлен. Лица с автомобиля вышли, вот, их передвижение контролировалось, вызвали следственно-оперативную группу Киевского района. Вот. Далее лица и автомобиль были сопровождены в Киевский райотдел полиции. Задержаны были два жителя Харькова, одному 25 лет, второй на год младше. В райотделе полиции задержанные поведали, как совершили грабеж. Человек, який перебував за кермом даного автомобиля, під'їхавши та порівнавшись автомобілем із жінкою, пригальмував. В цей час інший чоловік, який знаходився на передньому пасажирському сидінні, відчинив вікно автомобілю та шляхом ривку висмикнув сумку у жінки. В сумці знаходились мобільний телефон, документи, кошелек з 300 гривнами, ключі від квартири і інші личні речі. Зловмисленникам сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления по статье «Грабеж». Санкции данной статьи предусматривают лишение свободы на срок до 6 лет. Віталій Лапскір, агентство телевидения «Новости».